Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Холдем, и мы... Ну, вы уже сами видите, мы наконец-таки начинаем проходить игру FNAF Five Nights at Freddy's Plus. И да, наконец-то эта игра вышла. Я думал, что она вообще никогда не выйдет, честно говоря, потому что, ну, серьезно, столько времени просто прошло именно... того момента. Да, я поставил русскую озвучку Фон Гая, все остальное я врубил, все стоит, все интересно и приятно. Мы будем наслаждаться. И попутно будем болтать и просто наслаждаться игрой. Думаю, вам понравится, наконец-таки. Говорится, FNAF я все-таки выпустил, потому что FNAF вам нравится, как я напрягаюсь, как я мучаюсь. Мое первое прохождение по FNAF вообще взорвало, а не, кажется, второе почему-то очень сильно взорвало мой канал, но да ладно. И, кажись, я попытаюсь ее, конечно, пройти тоже на все 2020, но это посмотрим, как получится. Ну а теперь давайте приступим и попутно будем говорить и слушать русскую озвучку Фон Гая. И отдельно, опять-таки скажу, отдельную благодарность Lost Puff Play'у. Просто, ну, я его расцеловал бы. Как хорошего фаната, который, наконец-то, дождался этой игры. New Game. Вот. Five Nights at Fazbear's Pizza. Местная пиццерия нуждается в частном детективе для расследования загадочного убийства, произошедшего 2 недели назад. Владельцы пиццерии нуждаются и так далее. Ну, можете почитать, я не успел все прочесть. Сейчас будем наслаждаться русской озвучкой и попутно немножко поболтаем, потому что первую ночь они понятно-таки... Ой. Подожди. Wait, мы что, должны ходить по пиццерии и... Аномалия номер один. Найдите аномалии. Я что-то двигаться должен. Как это? Как я буду двигаться? Как двигаться? Ну, давай. Я могу двигаться? О, нашли аномалию. А как мне это самое ходить? Я могу ходить? Как ходить? Простите за непонимание, я просто не могу понять, как мне ходить. А. Вот здесь. Так. Так. Отлично. И где еще аномалия? Вот здесь где-то. Отлично. Нашли все аномалии. И все? Ну ладно. Честно, сейчас будем высказываться. Я хочу с вами поболтать и поговорить насчет вообще выхода FNAF, муви FNAF'а. Ой, блин, подожди. Это что? А, это типа подсветка. А это закрытие, да? А, его надо поднимать вот так. Привет. Привет, привет. Блин, а круто выглядит. Добро пожаловать в пиццерию Бенни Паздра. Так. Я знаю, работа будет нелегкой, хотя для тебя это должно быть настоящим сокровищем, учитывая твою деятельность и все такое. Story out of order вышел из строя. Блин, смотрите. Магазин этот с шариками, товарищ. Рабочих аниматроников. Вряд ли это мог сделать человек. Дело в том, что у нас есть одно предположение, кто мог стать инициатором данного события. Несколько лет назад у нас была совсем другая пиццерия, однако все там же с аниматрониками. Как оказалось, старых аниматроников... А, паспорт надо ввести, а какой паспорт? Те роботы, стоящие прямо сейчас... Ой, подожди, ёптить, я нажал на экзит, вот я дурила, ёпрс, это так, товарищи, извиняюсь.
Ладно, тогда посидим пока что в тишине, в спокойствии, просто посидим. Две недели назад здесь погиб один из наших охранников, работающих по ночной смене. Что интересно, его тело нашли в костюме одного из нерабочих аниматроников. Вряд ли это мог сделать человек. Дело в том, что у нас есть одно предположение, кто мог Марионетка. Сказать, нос? Несколько лет назад у нас было совсем... Оставили, послал. Как оказалось, старых аниматроников были обнаружены трупы детей. Роботы, стоящие прямо сейчас на сцене, это и есть те самые аниматроники, но в новом обличье. Сказать честно, с того момента я думал, что такого больше не повторится. Да, честно скажу, сейчас будем высказываться именно поверх. В любом случае, кажется, большинство уже видело все вот это вот, я хочу просто поболтать. Вообще, высказать насчет вообще FNAF Plus, вообще, я следил все это время за FNAF Verse, FNAF Fanverse, и просто охреневал от количества скандалов. От количества скандалов, которые... Ой, ёп! Блядь, за ведь, блин, это был крутой кадр, блин, его запечатлеть, блин. Вот мне повезло, блин. Ну, ай, зря я не включил, знаете, это самое, ну. Блин, сейчас мог бы сделать нафиг хорошую превьюшку, придется, ну ладно. В инете полазию, если что, найду этот момент и вставлю себе в превью. А, я могу двигать камеру, ё-моё. Тут еще камеру можно двигать, о-о-о. Блин, на круто. Ладно. Тут уже, понятно, Фокси на месте. Делать, по сути, нечего. Честно, я наблюдал и охреневал про количество скандалов, которые вообще сопровождают все вот это вот. Это дело. Не знаю, как там Скотт вообще выбирал товарищей себе. Но узнаю, сколько там скандалов, и что там некоторые вообще оказались не очень хорошими людьми. Мягко говоря, кто-то вообще был... больным из разработчиков, а кто-то более-менее сдержанным, нормально. Единственный, кажется, только FNAF этот, в этот создатель, как там его, я не могу вспомнить, это же одна из, а Joy of Creation, во, как называется, он был нормальным. Ну, я очень рад по радио, что этого Кринкельса наконец-то лекторку одел с ним FNAF плюсом выкинули и наконец-то выпустили эту игру, я очень этому рад, потому что, ну, блин, столько времени ждали, я думаю, если бы его не выкинули раньше, если бы его раньше выкинули, мы бы куда быстрее бы увидели FNAF Plus. Вот. Я этому очень рад и прям приятно послушать Фон Гая. Я, конечно, мог бы вообще полностью слушать только его и наплевать на все, но... Блин, так жутко, марионетка, это маска марионетки. Кексик в виде человека. Карл, точнее, Карл, извиняюсь. О. Прям приятно, прям атмосфера прям накатывает. И побольше всего именно, вот сейчас чем еще хотелось высказаться, насчет фильма. Это такая вот спокойная игра, потому что по большей части первая ночь довольно легкая. Так вот. Насчет FNAF Blue, FNAF Movie. Кстати говоря, тут я обнаружил паспорт есть. Паспорт, вот он, пароль, который... Непонятно, какой пароль нужен, я потом... А может 666? А может 1080... Какой-то 1870-е, а? 87, может? Ладно, плевать, я не найду. Так, лучше посмотреть, а то... Так, на месте, на месте. Пидорги на месте. Месте. Уф. Так вот. Насчет FNAF... Муви, честно говоря, я оказался не разочарован. Хоть я тот еще любитель FNAF и сюжета его, вообще прям заядлый. Я еще с первой с теории Винди сижу. Винди 31, я, знаете, он довольно старинный. Ой, блин, как быстро, блин, энергия уходит, блин. Я даже, блин, по большей части в камере не сижу, она уходит, блин, за секунды. И как мне выживать, по-вашему? Блин, я не знаю, мне кажется, я буду обсираться. Что тут такая атмосфера, пипец, меня уже ее корежит. Просто от первой ночи меня уже корёжит. Так. Я именно остался, как ни странно, недоволен. Ну, скорее всего, потому что я специально занизил себе оценки о фильме прям до низов. До таких низов, что пипец. И
как ни странно, и не воспринимая игру как прям продолжение сюжета, оказался ей более или менее доволен. Она не так прям сильно на меня подействовала и не так сильно прям бомбил. Нормальный фильмец. Приемлемый, если не воспринимать его как-то так прям жестоко. И, честно говоря, всех тех, кто хейтит этот фильм, имеется в виду из тех, кто даже фанатами не является, тем более. Хейтит его я не понимаю. Зачем они хейтят фильм, блин? Он никогда не ассоциировался я прям с играми. Он, ну, как говорится, он не должен прям вслепую повторять игры. И из-за этого, ну, более-менее там все можно принять. Вот. Каких-то бомбежа у меня не было. Единственное, что меня вообще разочаровало, то, что, блин, злодей Уильям Афтон появился, блин, на одну-две сцены, и все, он исчез. Ой. Вот, блин, а круто выглядит. Реально прям круто. О. Так вот, не знаю зачем. Так, все, мы в офисе. Так, мы в офисе. Отлично, все. Уф, извиняюсь, опять это говняная, опять проблема. Алло? Данная проблема привет, у меня с записью. Итак, я получил у тебя документацию о твоей прошедшей ночи. Действительно неплохо. Кто? Так, минимум, чика. Мы знаем, что аниматроники не перемещаются программно. Так как говорится, за пределы столовой они бы просто не смогли из-за своей системы. Получается, наше предположение о том, что управление скажите, может быть зависимо уже от того, вышли на частично, но имеет право на существование. Что ж, продолжай в том же духе. У нас есть еще 4 дня до закрытия пиццерии. Удачи! Нормально, продолжай в том же духе. Оставили бы меня наедине с монстрами и убийцами. Подожди. Где они? А, она на кухне, фуф, она на кухне. Собака, он уже... Как это на кухне, ладно. Режиме, уже, блин, первый час они уже. Звук прекратился. Пусто. Поворачивай камеру, мать его, иди. Да поворачивай камеру. Как-то напряженно, я просто вслушиваюсь в каждый звук. Блин, чьи Фокси выходит уже? Ни хрена. Подожди, это кто? Ёп! Скотина, она здесь! Она уже здесь! А Фокси? Страшно. Они идут за мной. Блять. Где они? Эти суки, где они? Блин, я еще не разобрался со строением пиццерии, еще нормально. Он уже вылазит. Блять! У
Он уже вышел. А, на кухне. Она на кухне, фуф. Чё, Фокси? Чё с Фокси? Ух, ладно. Так, ладно, проконцентрироваться. Ладно, я не могу говорить. Проконцентрироваться. Пока что я могу это себе позволить. Кто-то там передвигается сейчас. Бежит. Я слышу музыку Фредди. Подожди, он уже вышел? Он уже на кухне. Он уже на кухне, черт тебя дери. Пожалуйста, быстрее. Быстрее. Закрой. Закрой. И он. Падла, ты где? Падла. И как мне в это играть? Нафиг, со второй ночи, он со второй ночи активен. Как я за ними уследить себе должен? И Фокси, и Фредди еще, я же его не смогу сдерживать на камерах, мать его, идите. Я очень надеюсь, что не переделали его механику, потому что если его нафиг не переделали, то это просто будет жопа. Это будет просто жопа. Ну ладно, мы закончим на этом, потому что уже, я думаю, видео уже вышло где-то на 20 минут за две эти ночи. Да, вы понимаете, что это будет жопа. Я ведь, я не знаю, пройду я вообще 20 на 20 в этой игре, потому что она жутко, жуткая, блин. Ой. Короче, я понял, как надо будет действовать. В следующих ночах просто плюем на камеры вообще пофигу, потому что, мне кажется, я не успею за этим уследить. Плюем на камеры, берем, смотрим только Фреддика, только именно студию, где он будет стоять, и за Фреддиком следим. И следим за Фокси, и все. На, и смотрим по дверям. И плюем на все остальные камеры, потому что искать их на камерах просто жопа боль. Это куча времени и энергии. Я все-таки, хоть этот видео вышло каким-то вычурным и слишком мучительным для меня, но я его выпущу, чтобы просто вас порадовать. Надеюсь, вы остались довольны. Продолжим уже в следующих частях. Мучиться, страдать уже в двойном, просто в страдание плюс, это можно сказать, страдаю, страдание плюс, просто в плюсе. Единственное утешение — это фон Гай, который говорит по-русски, его можно понять. И не придется постоянно вслушаться его слова. Ладно. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии, утешайте меня, ну или обсуждайте игру, наслаждайтесь моими мучениями. Предлагайте игры, критикуйте, говорите, что со звуком, нужно ли его уменьшить или увеличить, слышно меня или нет. Кстати, это очень важно, говорите. Мне это полезно будет. Нажимайте на кнопочку подписаться, на колокольчик, а то наши видео только 55% смотрят без подписки, целых 55%. Вам это ничего не стоит, а мне приятно и мотивирует. И мотивирует, например, заниматься вот этим. Вот, посмотрим, как вам понравится. Если зайдет игра, то продолжим. Ну и не забывайте заглядывать в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!